Всем-всем большой привет! Я со своей радостью пришла к вам, потому что мне пришла посылка от замечательной девочки Юленьки. Юль, спасибо тебе огромное! Сюрприз удался, настолько было приятно разбирать твою посылку, смотреть подарки, и все они такие и вкусные, и приятные, и очень-очень ароматные. Давайте я покажу, что мне прислала Юленька, потому что много-много было... Ну, как мы называем, вкусняшек для тела. Первое, что я сразу почему-то обратила внимание, это вот такой вот классный гель-коктейль. Душ-коктейль даже он называется. Так, молочный фраппе с мятой. От Маграф. Смотрится так, знаете, как лимонадная бутылочка. Очень позитивно, классно, достаточно густой. У него обалденный, просто обалденный аромат малины. Действительно, вот с мятой. Очень вкусный, чистый малин. Мяты мало, вот в основном такой классный-классный аромат малины. Юля, спасибо, прям вот влюбилась я в эту бутылочку. Еще хочу показать один гель для душа. У меня когда-то такой был, это от Faberlic, Балийская идиллия. Мне эти гели чем нравятся, они очень густые. Я их люблю использовать как гели для душа, так и жидкое мыло. У Faberlic жидкое мыло идет в таких же бутылочках, и там очень удобная помпа. И я часто использую вот такие гели, как жидкое мыло. Они густые и очень-очень экономные. Можно как пену для ванны, но я не люблю как пену. Мне жалко средства просто так выливать в ванну. Смотрите, какой красивый дизайн. Задняя стенка такая прям с цветами, очень красивая. Юля, спасибо. Следующее я хочу показать целую парочку. Они вот так вот между собой скреплены. Это от Le Petit Marcellier. Здесь идет шампунь. Укрепление сияния, аромат оливок и яблока. Так, подходит для нормальных волос. Ну, то, что мне и надо. У меня как раз нормальные волосы. И написано гель в подарок. Но мне, конечно, от Юли пришло все в подарок. В гель я просто влюбилась. Клубника Прованса. Аромат называется «Ныряй в клубничный рай», и написано «Ультра». Так, увлажняющий ультра, увлажняющий гель для душа. Знаете, это настолько классный аромат клубники, очень вкусный. Юль, спасибо за клубнику, прямо отдельная. Одни вкусняшки, малинка, клубника, это я все очень люблю. Вкусняшки на этом не заканчиваются, а только начинаются. От Планета Органика. Смотрите, мои любимые круглые банки. Это скраб. В поисках рецепта красоты. Так, здесь входит 100% натуральный скраб для тела, сибирские кедровые орехи и органическое масло малины. Я уже тут, конечно, все открыла, все понюхала. Смотрите, какая красота. Ощущение, что здесь просто перетертая малина. Вкусно-вкусно. И пахнет не просто малиной, а как будто это парфюм, в который входит аромат малины, в базу входит. Такой парфюмерный прямо аромат. Очень вкусно, очень классно. Юля, спасибо. Огромное-огромное спасибо тебе за эту вкусняшку. Давайте я так поставлю, чтобы вам было видно, как она красиво выглядит. Мой любимый продукт это... Лосьон для тела, все, что можно намазать на тело, все знают, что я люблю. Это от Naturals, от Avon, экзотический кокос и карамбола. Лосьон для тела, 200 мл здесь. Я уже тут, конечно, все открыла, потестировала, аромат очень вкусный, приятный. Я даже, вы знаете, я кокоса не чувствую, я не знаю, как пахнет это карамбола, но аромат тоже какой-то парфюмерный. Как будто вот лосьон основан на каком-то парфюме. Очень приятный, такой сладковато-свежий аромат. Но он нежный, приятный. Крем для рук. Посмотрите, какой интересной упаковки. Он такой квадратный. Подходит и для рук, и для ногтей. От красной линии, с удобной помпой. Я такие люблю ставить в ванной. Чтобы, когда руки там мокрые, только вымыл, ну, вытер и просто на помпу нажимаешь, и доза тебе выходит. Классный для рук и ногтей подходит с витамином Е.
Обещает смягчать кожу рук, заботиться о ногтях и устранять сухость. Юля, спасибо. Ну, реально классный. Дальше. Тоже вкусняшка. Одна экзотика вкусная. Это жидкое мыло с ароматом манго. Я уже тут открутила и понюхала. Действительно пахнет манго очень вкусным. Вот такой вот. Позитивный, желтый, красивый. Не знаю, мне кажется, летний такой флакончик. Следующее средство. Это от Планеты Спа очищающая маска для лица. Она, в нее входят минералы Мертвого моря. Это очень-очень даже хорошо. Я такие маски очень люблю. Особенно сейчас лето, жара и очищение очень-очень нужно. Потому что пыль от ветра и закупориваются поры. И нужно очищение почаще даже. Следующие две баночки я видела в продаже, но не купила, а слюни пускала, мне хотелось. Но я подумала, что у меня много запасов, я не буду покупать, а оно ко мне теперь приехало. И я теперь буду с огромным удовольствием пользоваться, и слюни я больше пускать не буду. Это гель-масло для душа от Фитокосметика, народные рецепты, персиковое омолаживающее. Девчонки, когда показывали в своих роликах, почему я его и хотела, они очень хвалили аромат. Ну, я, конечно, сразу открыла. Мне тоже сразу захотелось потестировать. Это такой аромат, как они говорили, что очень-очень вкусно пахнет. Действительно, пахнет очень вкусно персиком. Не знаю, открою я сейчас, да, открою. Вот такой вот прям даже красивый цвет. Персиковый такой, светло-желтый. Мне кажется, как даже такой молочный. И вкусно, приятно, действительно пахнет персиком. Обещает омолаживающий эффект. И еще одно средство, это уже маска для волос. Активная, облепиховая, стимулирует рост волос. И тоже от Фитокосметик, народные рецепты. Вот такая маска. Без СЛС, ГМО и парабенов. Натуральный продукт, это очень-очень классно. Юля, спасибо. Буду пользоваться как маской, так и гелем. Дальше. Я совсем недавно в одном обзоре у девочки смотрела именно на этот продукт и так обрадовалась. Девочка очень хвалила его. Я обрадовалась, когда увидела, что Юля мне его тоже прислала. Это от Новосвит. Гель-активатор молодости кожи. Тут написано, бета-глюкан входит от морщин без инъекций. Давайте откроем, посмотрим. Мне самой, если честно, интересно. Я им буду пользоваться. Это такая сыворотка. Или похожа на сыворотку. Сейчас я вам его покажу. Все зафольгировано. Но я решила без вас не открывать, а открыть вместе. Люблю я такие упаковки. Видите, он вот так спрятан с пипеточкой. Вот такое вот средство. И... уже согласно инструкции я буду пользоваться. Так, сейчас я открою. И вот так вот. Ой, вам показываю. Сама смотрю, вам показываю. Вот такая вот пипеточка. Я обычно доверяю... От радости я аж охрипла. Я обычно доверяю таким продуктам. Люблю. И, по-моему, та девочка, которую я слушала, она очень хвалила состав. Давайте я вот так поближе покажу, что здесь написано про это средство. И вы посмотрите. Кто понимает в составах, тоже посмотрите. Тут способ применения. И вот, собственно, сам состав. Спасибо огромнейшее, Юль. Буду пользоваться. И думаю, в пустых баночках я обязательно расскажу свое мнение. Следующее, что было в посылке... Юля говорит, скромненько послал. Юля, это очень много. Это немало, это очень много. Спасибо тебе большое. Было 3 кусочка мыла. Первое с моим самым любимым ароматом. От Фа. Аромат апельсина и молочные протеины. Все, что пахнет апельсином, я очень люблю. Аромат не ярко выраженный, спокойный. Так, давайте вам кусочек покажу. Вот, люблю такие упаковки, которые можно открыть и подглядеть. Вот такой кусочек. Ну, пахнет таким вот нежно-нежно мылом. Апельсином. Нежно-нежно апельсиновым мылом.
И еще два кусочка. Это два кусочка фреш. Первый инжир и лаванда. И второй мандарин и белый чай. Тоже мои любимые цитрусы. Дальше были маски. За маски отдельное спасибо. Я вообще очень благодарна, когда девчонки кладут маски. Кажется, такой маленький продукт, но, насколько я знаю, каждая маска стоит немалых денег, и поэтому можно там в течение 10 секунд пролистать, ну, такие подарки, а в итоге там вложены немаленькие деньги. Поэтому за каждое средство огромное-огромное спасибо. От комплимент. Это пилинг, профессиональный гликолевый пилинг для лица. Вот такой. Это я еще ни разу не видела, не слышала. Попробую. То есть от комплимента пилинг я не пробовала. Вот такая красота у меня есть. Я даже одну с собой беру на юг. И одна у меня останется для дома. То есть у меня теперь получается одна в запасе будет маска. Вот такая маска 3D, оранж. Ой, опять оранж. Да чего ж я люблю эти оранжи. Так. Ну, давайте я вот так вот поближе покажу. Если тут что-то есть на русском, увидите. Если нет, то на английском можно посмотреть. Я уже потом с лупой сяду и буду разбираться, что к чему тут. И еще одна маска от Вилента с моей любимой пандочкой. Свит панда. Маска для лица выравнивает тон, то, что мне надо. Стирает следы усталости, увлажняет, питает, придает коже сияние для всех типов. С экстрактом бамбука и соевым маслом. Вот такая вот мимишка. Очень позитивная пандочка. Давайте мы ее вот сюда, пускай нам улыбается. Будет как открытка смотреться. Вот так. Следующее средство, которому я очень рада на самом деле. У меня совсем недавно закончился этот гель. Это от Art Visage. Гель для бровей. Прозрачный. Давайте я не буду открывать. Видно, вот какая щеточка в нем. С огромным удовольствием я использовала такой гель только что до конца. И у меня теперь он снова есть. Юля, спасибо. Причем, когда я показывала его в пустых баночках, мне тогда Юля шепнула: Света, только не вздумай покупать снова себе. Я его очень хвалила, и она его купила мне. Следующее я оставила на самое интересное. Это карандаш. Карандаш от Марк. Это то, что я хотела. Я его почти заказала. Вернее, мне пришлось его вычеркнуть, потому что Юля мне тоже предупредила, что, Света, я уже чувствую, что ты его заказывать собралась. Не заказывай, он к тебе уже едет. Это гелевый карандаш. Давайте я вот так покажу название. Вот так вот он называется. Это такой красивый цвет. Самый мой любимый. Вот такая зелень. Не знаю, мне кажется, какое-то зеленое золото. Он же и болотным можно его назвать, но вот у него он с блесточками. Видите, у него какая зелень в золото уходящая. Даже камеру фокус теряет от этого блеска. Я этот карандаш уже потестировала, и через какое-то время он не будет стираться. То есть буду вот так про него проводить, и оставаться будет рука чистая, то есть он не должен смазываться. Классный карандаш, за него вообще отдельнейшее просто спасибо, Юль. Ты просто угадала и цвет, и все. Но я правда говорила, что я его собираюсь заказывать. Хорошо предупредила, у меня бы сейчас их было два. Спасибо. Сейчас я покажу еще одно классное средство, которые я люблю. У меня вообще слабость к постельному белью и к полотенцам. Юля мне прислала вот такое полотенчико. Оно махровое, небольшое и очень-очень такое мягкое. То есть есть махра, которая плохо впитывает, а это как раз то, которое классно впитывает влагу. Вот такое вот полотенчико. Юль, спасибо, спасибо. Это то, что я очень люблю. Да и вообще полотенца меняются часто, особенно кухонные, поэтому это такая вещь нужная.
Ну и самое главное, это вкусняшки. Мне Жанюля как-то присылала кофе, в которое я просто влюбилась. Искала я по всему городу это кофе, но у нас я так и не нашла. Это капучино. Юль, спасибо тебе за него огромное. Это капучино, оно идет с шоколадной крошкой. То есть вот здесь вот пакетик шоколадной крошки, его открываешь, и в кружку, когда вы завариваете само кофе, уже этот пакетик сверху. И этой крошкой можно писать, рисовать сердечки, смайлики. Можно там что-то попытаться написать, если у вас это получится. И вот такие вот, представляете? Такое кофе ко мне приехало. Их тут несколько пакетов. Это просто супер. Макс очень радовался, потому что приехала и к нему вкусняшка. Это его любимый шоколад Меллер. Это его, наверное, самые любимые риски. Ну и мамба. Вот такая вот классненькая мамба приехала к Максу. Он мне говорит: мам, снимай быстрее ролик и отдай мне мои вкусняшки. Вот такая чудо-посылка. Вот такой сюрприз ко мне сегодня приехал. Как Юля говорит, скромно и мало. Это очень много и очень здорово. Спасибо тебе огромное. У Юли, я знаю, есть свой канал. Я ссылку обязательно оставлю. Проходите, знакомьтесь с этой девочкой. Хороший блогер. Она не так давно начала вести этот канал. И у нее очень-очень хорошо уже получается. Такие хорошие обзоры, продуманные и интересные. То есть интересная подача, мне нравится. Спасибо всем огромное за внимание. Спасибо всем, кто радовался вместе со мной. Я вот как улыбаюсь от уха до уха довольная. И всем приятного просмотра, приятного вечера. Всем пока.